Хейоу, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру под названием The Room. И это у нас, наверное, последняя серия. Ой, какая-то херь, давайте сразу зарисую. Так, полоска, палка, палка, полоска, палка. С полоской. Между ними крестик, между ними крестик. Так, окей. Нездоровое чувство движения. Не совсем вращение, но совсем падение. Не совсем падение. Почувствовал себя что он как-то переступает грань и теряет... И теряет, короче, зрение. Возможно, он только помогает привести меня в это место. За спиной больше нет пути, за спиной больше нет пути обратно. Но спереди открылась дорога вперед. Меня меняет к чему-то, тянет к чему-то. В случае, что вы со мной, постараюсь направить вас на протяжение пути. Верю, что она никогда не приведет. Молю, чтобы вы оказали лишь очередным сном. Я знаю, что эта дорога ни к чему не приведет. А, блокнотик с, ну, короче, нулевого измерения. Так, что у нас сразу есть помеченным? И? Ага. Окей. Маленькая шестереночка. Найс, головоломочка. Это... Вот это открывается херь, как-то я вижу. Так, вот это опускается. Ага. Три символа. Что здесь у нас? Херни какие-то. Типа 1 и 2. 1 и 2, но я не понимаю, к чему это, ладно. Ничего не делается. Опа. Очередной механизм. Что-то изменилось? А, я подумал, коробка вылезла. Она тоже была. Так, два квадратика. А, для маленьких отверстий. У нас шестеренка с отверстиями. Да, есть одно отверстие. С этим не взаимодействует. Так, стол. Здесь ничего больше не помечено. Значит, окей. Здесь нотки какие-то. Ключик нужен. Место для отверстия. У нас шестеренка. Хорошо, ищем место для шестереночки. Ой, божечки. Как с этим взаимодействовать? Окей. Что? Вот это за знаки. Начну сначала с этого. Это знаки непонятные. Ничего не поменялось. Шестеренка, что с тобой делать? У меня нету ключа. Это точно не сюда. Какие-то там
стол. Но я понимаю, что вот эти символики все-таки какие-то что-то должны делать. Вот тот же квадрат, вот что он дает. Тут не хватает деталей, я понял. Значит, как-то с этим. Но у меня нет подсказок, символов нету, ничего нету. Может быть, с этим как-то связано? Вот у нас с эскизом нулевого элемента. Нет, он мне ничем не поможет. Отверстие, может быть. Ну-ка. Нет, тоже ничего. Здесь должны быть, скорее всего, эти символы. Но символов у нас никаких нету. Здесь ничего не крутится. Здесь тоже ничего не нажимается. Странно. Но у меня есть шестеренка. Шестеренка должна открыть мне... Ладно, давайте думать. Какая-то херь. Окей. Опять свет мигает. Что-то изменилось? Ничего не изменилось. Везде пустота. Ой, не могу понять. Сложно. Шестеренка. Это нажимается? Может, все-таки где-то здесь и скрыта тайна? В символах нет. Оно стоит, тут что-то было наверху. Не пойму. Может, где-то под столом? Рука, но это не то. Вот это, но это тоже не то. Оно мне вообще ничего не дает. Нарезка, нарезка. Не, оно ни о чем не говорит. Элемент нулевое. Вот здесь что-то, ну, скрыто. Ну, кнопки я нажимаю, ну, оно не реагирует, потому что не работает механизм. Показалось, что тут движется. Что с этим делать? Тихо. Показалось? Показалось. Окей. У нас ничего нет. Нам ни о чем не говорит. Берем подсказку. Эта шестеренка должна куда-то подходить. Серьезно? Может, тут? Тут ключ. Небольшая замочная скважина, у меня ключа нет. Сюда? Она не подойдет. Сюда она тоже не подойдет. Она должна сюда подойти, но она не может подойти, потому что она закрыта. Чтобы ее открыть? Чтобы ее открыть. Подожди. Это для шестеренки было? Найс. Окей. Тогда все в порядке. Так, подожди, так. Так, стоять. А, нет. Mm.
Нужно одним заходом это все сделать. Так, я активирую, да? Вот так. В чем твоя проблема? Я не понимаю, в чем проблема. Блин. Я понял, что делать нужно. Раз. Я понял, 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 понял. А, все. А что это, типа, закрыто было? Ладно. Да, видели, черное не открылось. Сфера. На один предмет. Металлическая сфера, в ней есть что-то необычное. Ага, хорошо. Сфера. Что в тебе такое необычного? Я тебя понял. Угу. Открываешься? Ни хера себе механизм. Шестеренка. Изи, изи, шестеренка. Маленькая шестереночка. Моё. Так, ну это я уже понял, куда всувать. Так, а сейчас нам это откроется. Хуч. Ключ странной формы. Несколько старых выцветших карт Тора. Тора, Тора, Тора. Смерть, вояж. А, стоять. Линза. Нет. Так, это у нас здесь. Оп. И там еще была деталь. И там еще была деталь. Но то же самое. Он делает то же самое. Типа вниз опустил. И что мне даже не было дать? Механизмыч. Механизм. А, треугольник. Знак Наруто. Только не круглая, а квадратная. Макулярная херь. Так, поехали. Первое это треугольник, знак Наруто, молекулярная херь. А, стопэ, Наруто это второе. Молекулярная херь. Найди на монета. Монета? Нет. Так. С этим что-то изменилось? Коинс. Где я видел монету? Куда можно было вставить монету? Сюда нет. Сюда тоже нет. Сюда... Блин. Окей. Ничего. Там деталь была. Нету.
Не понимаю. Может сюда? Нет. Это смысл трогать нечего. Смысла нет, смысла нет, смысла нет. Я это уже раскрыл, может еще есть. Ага. Но это не меняет больше. Больше ничего. Они открывают здесь и этот. На один предмет, ключ. Я тебя понял. Я тебя понял, я тебя понял. Да-да-да-да-да. Угу. Головоломка подходит к концу. Так, вниз. Металлическая ручка. Так, ключ нам сюда. А теперь вопрос на засыпку, что далее? Допустим. Сюда ручка, да? Найс. А мы видели в этом только с какой-то стороны клавиши. Так. Похоже на отверстие для монеты. Просто рандомно поклацал. Окей. А, типа нажимные кнопки вот эти. Ну ладно, наугад. Нам как вышло. Везучий. Так, я что-то должен был увидеть. Запоминать. Раз, два, три. А, последняя была вообще тяжелая, ты что? Ну вот, конечно, когда я полностью ее раскрыл, это было странно. Типа, просто мышки поводил и все. Металлическая ручка, металлическая ручка. Две металлические ручки для чего? Я смотрю просто время, как обычно. Окей. Обычные ручки. Для чего они могут быть только? Это точно не для чего. С этим еще, мне кажется, рано даже взаимодействовать. Нужно как... А, ручки, может быть, сюда? Пам-пам-пам-пам-пам. Так, я не врубаюсь. Снова очень сложно. А, я деталь забрал? Стоять, когда я ее успел забрать.
Окей. Ладно, это не взаимодействуется, это не взаимодействуется. Ручка больше не работает. Все, в принципе, о низе можно забыть. Мне остается вот это активное. Вот это херь активная. Ну, в принципе, все. И вверх, ну, там какие-то ручки. Ручки не... Ручки, я так и не понял. Талак? Где ручка? Что происходит? Ладно. А что, начало есть? Какая-то херь. Да. Двойные хери. Здесь они есть, да? Или нет? Если нет, значит это другое. Где-то нужно делать. Не, здесь этого нету. Хорошо. А, так, стопэ, там же одно и то же. Эти знаки можно здесь увидеть. Подожди, там же тройные, да? Да, тройные. А, что-то открылось. Нифига себе. А, теперь я должен... А, как раз я запис... Нет. Что вообще происходит? Оно так и было? Нет. В чем проблема? Я понял, кажется. Стоять. Капля. Типа око. И херь. Так, для этой стороны мне нужна херь. Для капли... Ну, не для... не до капли, а для вот этой мне нужно глазик. Это сюда, да? Нет. Теперь мне нужно общую. Да? Да. А теперь сюда ручки. А нет, это кнопки. Класс. Три. Три, либо не три. Но три там точно есть. Три, может быть, пять. Три есть. Кажется, есть семерка. 5-7-3. 5-7-3. 5-7-3. Ух, ладно, это было не очень сложно. Ага, найс.
Серьезно? Оп. Я понял. Так. Так. Еще раз. Оп. Оп. Тихо. Вот черт. Ай, боже, 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 боже. Ну, могу я обратно, нет? Камни, которые встали, уже все стоят. Хорошо. Сюда. Ну опять же. А хотя стоять. Оп. Ага. Еще раз. Почему они не меняются? Почему я только два квадратика заполнил и все? О. Здрасте. Здрасте. Так, стоять. Оп. Оп. Тогда мне сюда. Сюда. Нужно обратно, да? Так, нет. Так. 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 Чертов кубик Рубик. Он снизу. Около срифты. С этой стороны, ладно. Так. Итак. Так. Так. Готово. Красный драгоценный камень в металлической пластине. Вау. Вот это, конечно, головоломка не очень. Ну, и здесь сюда всунуть. Это еще не все. Ладно. В Oculus Rift посмотрим. Ага. Ну, допустим. Ну, это понятно, это сюда нужно вставить. А, так это легко. Синий драгоценный камень. Эти передвигаются? Нет. А, это почем я могу передвигать? С одной стороны, ну, блин, я не скажу, что это очень легко.
Сейчас вот так просто делаем. Оп. И все, и по одному туда засовываем. Ай, бля, это просто... Но все равно. Оп. Камень. Вот такие вот шарады я легко решаю. Так, карты мне Тора не нужны. Мне не нужны карты Тора. Так, 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 так. Собака еще гавкает. Зачем ты гавкаешь? Желтый драгоценный камень, зеленый драгоценный камень. Все. Готово. Вот зачем эта херь нужна была. Все. Еще головоломка. Давайте шарик мне. Так, ну... Уп-уп-уп. Так, ну с этой, ну не соединится, да? А не соединится. Ага. Я понял. Так, так. Сюда. Мне нужно сюда добраться. Никто. А, я понял ловушечку. Или нет? Или мне показалось? Да, ловушка была. Сейчас покажу где. Вот сюда. Вот сюда. При третьем нажатии. Оп. А так бы я пошел в эту сторону. Готово. Это один камень. А, нет, все. Я думал, я палку могу крутить. Окей, допустим. Камни могу трогать. Камни не активируются. Тихо, что это было? Показалось. Что это реагирует? И это ничего не делается. Я понял, что я должен знак собрать, но... Что отвечает за вращение этого объекта? Кнопки? Нет. В самом этом ничего нету. Сложные головоломки. Стоять. Ну так. Оно и получилось, алло. Камон. Вот, ну. Готово. Я знал, что это не все. Окей. Ран. Оп-оп. 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 Следующее. Оп-оп. Он не заходит. О, заходит.
А, теперь у нас это вращается. Теперь я должен просто создать. А, нет. А, да. Готово. Это просто. Там был мужик. Стекло сломалось, нет? Игра пройдена. Вы прошли испытание. Надеюсь, вы не расслабились, ведь дальше будет сложнее проходить тесты. Вы сделали первый шаг в долгое путешествие. Не вижу никакого смысла скрывать правду. О вашем положении пути назад нет. Ни для кого из нас. Теперь вы в ловушке, как и я. Ступайте смело, мой друг. Впереди еще много комнат. Это типа осмыслить свою жизнь? Вы имеете в виду? Выбор главы. Ну, всего лишь 4. Пятый это был эпилог все-таки. Ну что, в принципе, игрушка нормальная. Вышла уже вторая часть. Я посмотрел, но она такая прикольненькая, но более сложная почему-то там. Больше головоломок со словами. Но это будет потом. Ну, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Всем пока.